Вышла в свет новая научная работа известного доктора филологических наук Фатимы Аркиновой «Орнитология в карачаево-балкарском языке». Данная книга порадует читателей тем, что тема орнитологии на родном языке раскрывается впервые. Подробности в репортаже Карчебиджиева. Со временем язык исчезает бесследно, рассеивается как дым. Но постепенно он поднимается из пепла. Глубокое изучение языка, культуры и традиций, восстановление утерянного по крупицам, более 10 книг и 400 статей, из которых около 200 научных. Все эти работы известного доктора филологических наук Фатимы Эркеновой. Она долгие годы работала над созданием грандиозной книги под названием «Орнитология в карачаево-балкарском языке». В этой научной работе Фатима Аркенова восстановила название более 500 разновидностей птиц на родном языке. Хотела бы рассказать о своей только что вышедшей книге, материал, который я собирала десятилетиями. Это пласт в карачаево-балкарском языке, который ни разу не был изучен. Это актуальность в этом, конечно, когда целые пласты, не изученные в связи с заселением моего народа, теряются абсолютно полностью. И когда я писала докторскую диссертацию о зонимической терминологии карачаево-балкарцев, писала эту работу, я заметила, что птицеводство никакого внимания никто не обращал. Веками карачаево-балкарский народ занимался животноводством, поэтому многие филологи не обращали внимания на орнитологию. Но эта книга, как и многие другие работы Фатимы Аркеновой, приносит большой вклад в развитие языка и культуры карачаево-балкарского народа, тем самым возрождая его из небытия. Оказалось, что очень много древних слов в нашем пласте исчезает. Приведу в пример. В наших словарях, если зафиксированы названия птиц, 17 наименований, да, а я вот в книге, предоставленном сегодня, около 500 наименований птиц на карачаево-балкарском языке. Естественно, это переведено на русский язык. И я учла по сегодняшним требованиям нашего времени перевести это все и на английский язык. Данная книга Фатимы Аркеновой получит продолжение, ведь этот пласт в орнитологии пока что полностью не изучен, и ей предстоит долгая и кропотливая работа по восстановлению утраченного. Карчабиджиев, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.